скучную жизненную... В Самарской филармонии наградили самых активных общественников города на одной из акций проекта «Самарская область. Наш дом». Чествовали тех, кто следит за состоянием своих домов и дворов, входит в общественные советы микрорайонов города и многоквартирных домов и делает жизнь в Самаре лучше. Среди гостей Михаил Богданов. Его 5 лет назад выбрали старшим по дому на улице Зои Космодемьянской. Эти годы были потрачены не зря. За 5 лет совместно с жилищно-коммунальными службами, то есть у нас были отремонтированы крыши дома, установлены двери дополнительные. Ну и, конечно, обслуживание дома ведется. Со сцены прозвучало приветственное обращение губернатора. В нем отмечалось, что успех национальных проектов, которые сейчас реализуются в области, во многом зависит от активности горожан. Уверен, что объединив усилия власти, бизнеса и самих граждан, мы укрепим позиции нашей губернии как опорного региона страны с мощной экономикой и комфортными условиями жизни. Наталья Александровна участвует в благоустройстве и озеленении придомовой территории. Первоначально вообще даже не думала, что это будет мое. Сейчас настолько втянулась и понимаю, что я делаю эту работу в первую очередь для своих жителей, для себя в том числе. И стараюсь, конечно, по максимуму получить результат в своей работе. А подарком для гостей стал концерт симфонического оркестра Самарской филармонии. Артисты на бис сыграли произведения классиков. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.